Друзья, всем привет! Хочу вам сегодня подсказать такую фишку, как можно на одну почту зарегистрировать несколько аккаунтов. Вот в BitClub Network у меня уже 4 аккаунта сделано, и все они на одном почте. Что все вы знаете, что сам ресурс не дает зарегистрироваться на одну почту. Но я покажу фишку, как это можно сделать. Так что все письма и запросанные пин-коды идут на ваш основной почту, а по факту вы как пишете сюда разные. Это делается очень просто. Я вот покажу вам на примере текстовые документы. Например, у вас почта, ну там скажем, Bitcoin Time. Собака. Gmail.com. Это будет у вас основное. Зарегистрировали там что угодно. И скажем, вы хотите делать себе второй аккаунт. Что надо для этого делать? Это очень просто. Пишите тоже Bitcoin Time. Но перед собакой пишите плюс 01. И тот самый собака gmail.com. И получается вроде бы как разные почтовые адресы, что ресурс уже, заметьте, как будто бы разный, а все письма будут идти автоматически на главную. Таким образом, я и сделал себе несколько аккаунтов на одну почту, что партнеры спрашивают, что ты делаешь аккаунт, как ты их помнишь. Да, я не должен их помнить. Просто аккаунт Roland у меня на главной почте, аккаунт Roland 1 у меня главная почта, перед собакой плюс 01 и так далее. Что, если это видео было вам полезно, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, узнаете еще много всяких таких интересных фишков. Что это, естественно, вы понимаете, что эта система не действует только на BitClub Network, а на любом ресурсе, где можно делать несколько аккаунтов, но требуются разные почты. Вот таким образом вы можете делать себе столько аккаунтов, сколько желаете. И это не только на Gmail, это на любом почтовике. Это может быть Mail.ru, Яндекс, что угодно. Так что, надеюсь, это видео было вам полезно. Всем пока, пальцы вверх.